Губернатор прокомментировал пятничную отставку Светланы Романчук. Павел Коньков отметил, что причиной стали результаты работы Департамента здравоохранения, которые, судя по всему, не удовлетворяют главу региона, а также обращение Народного фронта. Теперь облздрав переходит под кураторство комплекса социальной сферы и лично Ирины Эрмиш. Временно исполнять обязанности начальника Департамента здравоохранения будет Сергей Аминодов. Напомним, на экс-руководителя ведомства Светлану Романчук в прошлую пятницу было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации «Злоупотребление должностными полномочиями». Что касается возбуждения уголовного дела, то, безусловно, предстоит длительная работа с документами, сбор объективных данных по ситуации с возможным правонарушением. Лично мне не очень верится в какую-то преднамеренность действий Светланы Викторовны, но в данном случае правоохранительные органы действуют в соответствии со своими полномочиями, и не сомневаюсь, что принятые кадровые решения помогут беспристрастно разобраться со всеми возникшими у правоохранительных органов вопросами.